А в студии появилась моя коллега Анастасия Ярошенко с очередным уловом в сетях. Настя, что за термин такой замурчательный? И при чем тут Владивосток? Здравствуй, Паш. Замурчательный, созвучно словом замечательный, прекрасный, такой же прекрасный, какие прекрасные коты и кошки. Согласись, этот термин можно отнести к Владивостоку. Но сначала не об этом. Не для слабонервных, находчивые строители в Уссурийске. Да уж, перегнули палку. Было бы удивительно, если бы у этих парней все получилось. Очередное видео, которое доказывает, эту страну не победить. Главного котика страны искали во Владивостоке. Столицу Приморья в дни Восточного экономического форума посетил Сергей Шнуров и снял очередной выпуск передачи, которую теперь горячо обсуждает весь приморский интернет. Предлагаю посмотреть. Владивосток, или как мы его ласково называем, Владик. Это реально край земли. Там Тихий океан, Америка, Япония, до Кореи 100 километров. Город потрясающей невероятной красоты. Посмотрите, он светится огнями. Это как глаза миллионов кошек. Похождения Сергея Шнурова по Владивостоку полностью в этот выпуск не влезут. Он и с Лагутенко поболтал о судьбе дальневосточного леопарда и пообщался с теми, кого в свое время объела знаменитая кошка-матроска. А также Шнур познакомился с хвостатой матерью-героиней из одного владивостокского зоопарка. И этих ежей выкормила кошка? Выкормила кошка. А сколько их было? Их было 10. Их и есть 10. То есть кошка всех выкормила. Обалдеть. А покажите эту героиню, мать-героиню. Пользователи сети владивостокских котиков одобрили. Замурчательный город. Тем временем на улицах Уссурийска идет настоящая схватка Mortal Kombat от коммунальщиков. Для тех, кто не понял, дворник убирает лужи, которые в этот самый момент создает мойщик тротуаров. Я думала, круговорот воды в природе выглядит как-то иначе. Пользователи Инстаграма до сих пор гадают, кто из этих двоих победит. И фото недели, когда у тебя последний шанс загореть в этом году. Этот снимок сделали у фонтана на центральной площади Уссурийска. А что, как на пляже, спокойно, солнышко, водичка в фонтане журчит. Вот только пользователи сети не очень оценили такой лайфхак. Это весь улов из социальных сетей за прошедшую неделю. С вами была я, Анастасия Ярошенко. Удачи!